Алина Николаевна! Пойдемте скорее, пойдемте в ресторан. Лучше мы просто выключаем. Савеловский переулок. Поехали в Савеловский переулок. Да плевать, мне плевать. Между прочим, Ярцев искал вас весь вечер. Неужели? Смешной он человек, правда. Проходите. Прохожу. Пол царства за стакан чаю. Я же вам Полину предлагал. Что? Заедемте в ресторан. Слушайте, не смейте мне говорить о ресторанах, я вас прошу. Могу я поухаживать за вами? Вы, конечно, помните, что я... А? Не причисляю себя к слабому прекрасному полу и не нуждаюсь в ваших услугах. Ну ладно. Мы так давно не виделись, что сегодня так уже быть. Разрешаю. Вы любезны, как никогда, Полина. Боже мой, как вы прекрасны. А я так и навала была на 5 уроках. Черт бы их взял. Эти дети такие тупицы. Такие толкачи. Я... Чуть не умерла от злости сегодня. Не знаю, когда кончится эта каторга. Я смотрю, цветок все-таки засох. Давно уже, почти сразу. Ясно, ясно. А чего же не выкиньте, Полина? Мы чай собирались пить. С пряностями у меня, конечно, нет, но черный крепкий обещаю. Новый рояль. На той неделе приглашал меня играть в 4 руки. Он был очень назойлив. Я ему отказала. А теперь зачем он хотел меня видеть? Вы не знаете? Ну, это уж вам лучше знать, Полина. Честное слово, он слишком навязчив. Так можно, не знаю. Как только скоплю 300 рублей, все брошу и поеду в Крым. Ой, как я люблю море. Полина, а может взять эти 300 рублей у своих друзей? Нет у меня друзей. Разве, Полина? Перестаньте говорить глупости. У рабочего класса, которому я принадлежу, кстати, все-таки есть одна привилегия. Какая же? Сознание своей неподкупности. Что? Право не одолжаться у купчишек и презирать. Полина, Полина, ну вы же никуда не поедете. Ну подумайте. Во-первых, вы ничего не скупите. Во-вторых, вы скупы. И в-третьих, не лечили... Меня не купите. Я не вы. Вы кое-что забыли у меня. Если вы моей женитьбе хотите говорить, то я... Нет, я вообще не об этом. Я уже давно вас вырвала из своего сердца. Вот книжка осталась ваша, я ее прочла. Хватит, Полина. Ты хоть счастлива? Нет.
Признаю свою ошибку, но я повязан. Повязан, Полина. Да я даже не знаю, что за человек моя жена. Ночью мы спим. Потому что ей со мной стыдно и страшно. Ты уйдешь от нее? Yeah.